Всем привет, с вами Жека. Короче, вчера по телеку увидел интервью министра молодежи и спорта нашего, Дмитрия Булатова. Господа, я теперь наконец-то понял, почему у нас отдельно нету министра спорта и отдельно министра молодежи. Потому что Вася Булатов их обоих сожрал и объединил в себе эти две должности. Хотя, с другой стороны, вы знаете, может быть, именно так и должен выглядеть министр спорта, чтобы люди видели, во что можно превратиться, если пренебрегать занятием спортом. Короче, не знаю, как вас, а меня он вдохновил. Я вот решил оздоровиться, для начала решил бросить курить. Сказал, не буду курить, слава богу, что я не уточнил, когда я это сделаю, потому что мог бы пробалаболиться. Вот. И что я только не пробовал, даже этот пластырь никотиновый купил. И что вы думаете? Помогает только если рот Вася заклеил. Вот, ну покумекал, короче, я еще, как можно оздоровиться, да? Вспомнил про старый дедовский способ обливания холодной водой. Ну, короче, встал пораньше, набрал ведро холодной воды, вышел на улицу, Вася, дубарь капец, Вася. Постоял немножко, думаю, ну и он нахер. Облил собаку, Вася, и пошел домой. Потом, значит, решил записаться в спортзал. Вот. Вы знали, кстати, что самая раскачиваемая мышца в теле – это бицепс, да? А я всегда думал, что это пузо, Вася. Ни хрена делать не надо. А оно все растет и растет, понимаешь, больше и больше. Короче, сделал по 5 подходов на всех тренажерах. На следующий день, Вася, спина, руки, плечи, Вася, а главное, жопа, Вася, болели так, что весь подъезд слышал, как я садился на унитаз. В общем, когда я понял, что спорт это не мое, пацаны позвали меня к себе на секцию бокса. Я пришел, короче, записался в группу. Ну, не к матерым бойцам, а к таким, знаешь, к полупрофи. Группа до 14 лет. Вот. Ну, чтобы поувереннее себя чувствовать, вспомнить, что да как там. Вот. Так они меня отпиздили еще даже тренировка не было. Оказывается, я у одного из этих малых когда-то мобилу отдал. Короче, из всего этого я сделал вывод, что мой организм, Вася, настолько здоров, что отвергает любые дополнительные попытки как-то оздоровиться. Но это не значит, что вы такие же крепкие от природы, как и я. С вами был Жека. Живите четко, не косячьте и занимайтесь спортом. Ну что, Вася, на турники пойдем? А, в натуре, там уже кто-то есть. Ну тогда по пивасу, что ты стоишь? Пошли.